Во Владивостоке почтили память жертв трагедии в Подмосковье. Спустя 9 дней после трагедии вечером в субботу неравнодушные жители города собрались у стелы «Владивосток. Город воинской славы» на площади борцов революции, чтобы почтить память погибших. Сперва организаторы выразили слова соболезнования людям, чьи родные и близкие пострадали от теракта. Присутствующие почтили память погибших в Крокус-Сити-Холле возложением цветов и игрушек у мемориала. Все вместе участники памятного мероприятия составили и зажгли свечей слово «скорбим». По последним данным, в результате теракта в Крокус-Сити-Холле погибло 144 человека. На данный момент задержано 9 подозреваемых, в том числе 4 исполнителя.